Ты куда делал? Что это было? Эй, йоу, с вами Бузи, и со мной сегодня Робзи. Привет, друзья. И сегодня мы вместе с Робзи попали в мир, который полностью состоит из лаки блоков. Робзи, смотри, я ломаю блок. А, нет, не ломаю блок. Ломаю блок, и у меня появляются каменные инструменты. Ты где? Офигеть! Нифига себе! Робзи, на, лови! Лови! Лови мотыгу! А, нет, не мотыгу, кирку! Меч, держи лопату! Может быть, тебя это как-то спасет? Нет, не убирай! Не убирай! Минуточку внимания. Пока мы все сидим дома, нужно как-то себя развлекать. И лучший способ себя развлечь — поиграть в крутую игру. Но, Тоби, что делать, если у меня нет топовых игр? Тебе на помощь придет Бро Геймер. Это мой магазин игр, где ты можешь купить игры по самым низким ценам. Майнкрафт Лицуха за 45 рублей. Overwatch за 149 рублей. Sims за 69 рублей. И все это ты можешь приобрести со скидкой 15%. Переходи по ссылочке в описании и закупайся по полной. Бро Геймер. Давай, появляйся быстрее. Короче, я предлагаю приступить. А сейчас мы будем по очереди ломать все эти блоки, врубая time set day, включается у нас день. Да, и, давай. Робзи, смотри, там овца забралась в слаймовый батут. Робзи, ломай, иди сюда. Я тут в слаймовом батуте. Давай, попрыгаем. Чики-бамбони. Давай, выбираемся. Смотри, я ломаю сейчас этот блок. Опа, ломаю. Что происходит? И в чем прикол, мистер Рейнбоу? Мистер Рейнбоу, что вы умеете? Дай-ка я ударю эту овцу. Она не взрывается, нет? Да, это, видимо, обычные овцы. А что в этом сундуке? Редстоун. Да, ничего интересного. Робзи, вот, смотри, что сейчас будет. Опа, удочка. Опа, я тебя схватил. От меня не уйдешь. Посмотри, что у меня, посмотри быстро. Well, where your problem? Это твоя проблема. А, ну типа ты сломал лаки-блок, и у тебя появился бедрок, который невозможно ничем сломать. Погнали подальше от этих овец, я предлагаю поломать лаки-дерево. Они меня мэкают постоянно, да? Да, они меня прям бесят, если честно. Твоя очередь, давай. Давай, ломай этот куст. А, стоп, а как сломать-то? Он не ломается. Давай сейчас руками доломаю. Лаки-блоки ломай, какой куст? Так я ломаю лаки-блок. Вот, смотри. А у меня это не лаки-блок, это у меня камень. У меня это лаки-блок. А, понятно, кто-то текстур-пак не поставил. Где здесь лаки-блоки, где здесь не камни? Вот. Я не понимаю, где они? Вот это они. Опа, что это? Это лук. Нет. Стоп, это какой-то лаки-боу. А у тебя есть лаки-стрелы для этого лука? О, у меня еще и золото есть. Так, а у меня, смотри, что, чародейский стол. Чаровальня. Ну, это просто обычно чаровальня. Теперь ты в ловушке. Опять попал в ловушку. Робзи, что-то тебе вообще не везет. Почему я второй раз подряд попадаю в ловушку? Давай мы друг другу сейчас соберем сеты. Давай так, я собираю сет тебе, а ты собираешь сет мне. Окей? Это плохая идея. И мы побатнемся. Ну ладно. О! Что за... Что ты сделал? Как ты туда попал? А! Ты куда делал? Что это было? Куда я улетел? Ты живой? Ты там же все еще? Да. А как ты не попался в эту ловушку? Я пошел. Черт, я бросал все свои вещи. Ладно, я передумал собирать тебе сет. Давай так, Робзи, мы сейчас по очереди собираем блоки и собираем сеты. Кто соберет круче сет, тот и побеждает, потому что мы будем в конце батлиться, понятно? Да куда ты ушел? Давай подальше от этих овец, они там орут, они напрягают. Давай сюда. Вот это дерево полностью из лаки-блоков. Давай его разбирать. Хорошо, давай, я его разбираю. Ломаю лаки-блок, и мне упадает палка. Замечательно, у меня есть палка. Теперь ты ломай. Давай. О, две головы у тебя. Но они тебе ничем не помогут. Я ломаю. О! Я вот так. Опять смотри ловушка. Робзи. О, салют. Ура! Алмазы. Алмазы. У меня есть два алмаза и 22 золота. А у тебя опять эти овцы. Да блин, хорош спавнить овец, а. Ну бесит, реально бесит. Давай, иди сюда, крипер. Так, это лаки-блоки или это лаки-блоки? Что из них лаки-блоки? Робзи, вот это лаки-блоки. Ломай. О! Уходи! Сейчас оно как рванет. А что это за какой-то мега крипер? Давай, бей его мечом. Ох, сейчас как он рванет. Что ты мне подсказываешь, он сейчас рванет? А, нет, нормально все. Так. О, у меня курицы есть сырые. Пирог. Сундук. О, тебе лучше не знать, что в этом сундуке. А что там? Там ничего. Так. Отдай мне меч! Отдай меч! Меч заспавнился, ты его забрал. Отдай! Дай меч. Нет, мой алмазный отдай.
Что там за меч вообще выпал? Покажи, что за меч выпал. Ну покажи, покажи, скинь мне его, я хочу посмотреть, я тебе его сейчас обратно отдам. Ах ты, блин. Нифига себе, смотри, как он бьет, смотри. Нет! А, черт, 3 сердечка всего? Ты серьезно? 3 сердечка. На тебе. Вот так вот, не ожидал, смотри, как тебе телепортация. Ладно, я не буду тебя убивать. На, возьми сырую курицу. Робзи, иди сюда. Вот здесь сейчас будет много лаки-блоков. Вот давай за мной. Поди. Так они здесь лаки-блоки везде. А вон там вот, давай туда. Вот, идем сюда. Нет, вон туда идем. Вот на этот остров идем. Да не, ну что за отстой? Вот сюда, иди ко мне. Ну ты меня опять потерял, Робзи. Я тебя вижу. Ну давай, иди сюда. Вот тут много лаки-блоков, правда они не ломаются. Да, это, видимо, не лаки-блоки. Там лаки-блока нету. Че за отстой? Ты серьезно? Пошли со мной, я тебе покажу, где есть. Вот здесь. А то у меня все похоже на лаки-блоки, это, видимо, обманка. Здесь настоящий, вот я стою на нем. Давай, ломай. Ага. Че это? Я ломаю. Черт, что-то ничего не выпало, меня это пугает. Ааа! Черт! Вау! Сколько здесь всего выпало? 13 алмазов! Я смогу себе сделать алмазный сет. Hero Villager? Ты убил героя! Нет! Нет! Это что за пирамида из динамитов? Черт, сейчас как рванет, блинский. Ты все вещи, да, просрал? Да, я отгадаю. Да. Ух, как разлетелось-то. Офигеть, что происходит? О, колодец! Робзи, иди сюда, здесь какой-то колодец с кнопкой. А ты меня видишь? Нет, не вижу. Ты где-то возле меня, да? Черт, ты меня чуть... Да не-не-не, я сейчас погибну. Хорош, еще рано батлиться. Ой, я теперь невидимка. Запрыгни в колодец. Да. Смотри, прикол. Запрыгни в него. Ну... Опа! Опа, алмазики! Офига себе, алмазы. Робзи, все, мне хватает на алмазный сет, мне осталось добыть где-то дерево. Бро, я куда-то попал. Куда ты попал? В пещеру. В какую пещеру ты попал? На меня магма-куб упал. Я просрал опять все свои вещи. О, смотри-ка, здесь есть бэйби-пози. Ты где? Ну, я ломаю лаки-блоки и надеюсь на удачу. Что я заспавнил? Мамочки! Это был конь, все нормально. Почему конешки спавнятся? Знаешь, у меня есть? Посмотри, ты летаешь на коне? Нет. Стоп, смотри. Кто это летает? Держи тебе. Там кто-то летает, да Робзи, че ты? Ну ты меня поджег, спасибо, я сейчас умру. Нет, я динамит ты поставил, я тебя не поджег. Дай мне срочно поесть, срочно еды. Смотри, там какая-то хрень летает. Так, давай-ка мы этого демона сейчас надемоним. Так, ну что ж, Робзи, у тебя осталось еще 3 минуты, чтобы скрафтить сет. 3 минуты осталось, Робзи. 3 минуты, Робзи. Ну все. Надеюсь, меня эта штука спасет. Черт, хоть бы не динамит, я должен выбраться отсюда. Я в клетке, я за решеткой. Выбираюсь. Да! Че, офигел, что ли? Я проверил, мне нет. Я сейчас люля кебаба раздам. Я сейчас умру. Зачем? Бро, у меня уже был золотой сет и меч, я выиграл. Ну ладно, я забрал себе золотой меч, который ты у меня отобрал. Как бы ты у меня отобрал вообще алмазный меч. Начнем с этого, окей? Я его потерял потом. Слушай, где здесь дерево? Ты видишь? Ты разбираешься, какие блоки здесь настоящие. Здесь нет дерева вообще. Вообще нет дерева? Вообще нет. Видимо, придется реально собирать себе сеты таким хардкорным путем. Я давно уже тебя выиграл, все, я победил тебя, давай другой. В смысле? Мы должны батлиться, Робзи. Собирай одежду и батлиться. Че ты сливаешь? С батла. Ребят, пишите в комменты Робзи, что он очкует. Так, слушай, я знаю, где можно добыть мне еды немножечко. У тебя осталось 2 минуты, Робзи. Быстрее ломай лаки-блоки для того, чтобы сделать себе сет. Кролик-убийца! Это кролик-убийца! Где? А, вон он. Вот это кролик-убийца, ты серьезно? Ты его боишься? Он 4 сердечка снял за удар. Он овцу пытался съесть. Ты видел это? О, щит, чешуйницы. Только не это. Ты ночь вырубил, кажись. Не-не-не-не, это эндерниты. Фу, противные эндерниты. Идите отсюда. О, сколько их здесь? Мне жопа, Лёха. Да ты думаешь, мне не жопа? Алмазный нагрудник, это то, чего мне не хватало. Все, я заберу твой алмазный нагрудник. Так это ты с меня выбил. Робзи, у тебя осталась 1 минута, чтобы собрать сет, и мы с тобой начинаем батлиться. Ты забрал мой нагрудник, это кто? Ну, братан, это твои проблемы. Это нужно выжить, это же лаки-блоки, понимаешь? О, еще и алмазный меч! Все, братан, я победил! Это 100% победа! Я вообще фанился, я не в курсе твоих челленджей, дурацких. Я тебе пол видео говорю про челлендж, ребят, ну вы что? Вы это слышали, да, что говорит Робзи? Пол видоса ему говорю про челлендж, он не слушает даже! Ты что, офигел? Давай, короче, быстро собирай сет и начинаем батлиться. А я опять сдох. Да как ты так постоянно помираешь, а? Братан, в этом вся проблема, выжить намного сложнее, чем ты думаешь. Стоп, у тебя армия псов? Давай, драться. Иди-ка ты в бой. Скажешь, когда будешь готов на счет 3, окей? Я готов. 1, 2. Да, я готов. 3. Давай! На тебе! А, что за лаги? Меня лагает. А, на тебе! На! Да у меня тоже кошмарно лагает из-за твоих песиков. А! Черт, они пытались ко мне прыгнуть! Они на меня все прыгают! О, у тебя половина псов сидит, кстати. На!
Я все, я их всех перебил. Получи. А все, остань, я пошел дальше собирать. Дать тебе последнюю возможность собрать сет. Да у тебя нечестный был челлендж, если честно. Да почему? О! Спаси, 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 спаси. Вода вытекает. Нет, я не могу тебя спасти. Почему? Блин, ну не могу. Я погибну сейчас, бро. Спаси меня. Блин, братан, ну не получается. Ну капец. О, пирог, еще и да. Шикарно. Нечестно. В смысле нечестно? Я тебя не понимаю. Ну потому что у меня все было, я все потерял. Ну это твои проблемы. Робзи, ты просто бегаешь и собираешь лаки-блоки, ты даже не планируешь собирать сет, да? Бегаю, собираю блоки. А где сет собрать? Так ломаешь лаки-блоки, оттуда выпадают вещи. Логично? Ты видел, что было только что? Ты слышал, что я сказал? Блоки ломаешь ломаю. Блоки и достаешь оттуда одежду. Надеваешь и сражаемся. У меня кроме сдохнуть оттуда ничего не достается. У, щит! Что это? Ой. Чего? Черт, я тебя выручу. А, тут, кстати, твои вещи. Тут твои вещи. Я их не буду собирать. Что? Я их не трогаю. Давай, подходи, собирай. Давай я тебе помогу немного. Спасай! Спасай меня! Так, ладно. Окей, окей, я смогу. Мне нужно просто сейчас каким-то образом вырваться наружу. Ведьму тебе! Нет, ведьма, хиль меня, ведьма! Спаси меня! Ведьма, блин! Вода, как высушить воду? Черт, я погиб. Да ладно, я все просрал теперь тоже. Блин, это отстой. О, слышь, а я меч себе нашел. Все шикарно. Гост! Что за нафиг? Бро, я готов сражаться. Блин, сейчас, дай мне секунду, сейчас я себе хоть какую-то броню найду. 3 минуты. Давай, ты бы лучше мне помог, а? Ладно, я надеюсь, что там мои вещи сохранились. Опа. Нет. Да-да-да, не сохранились. А, больно! Малышка, Пози, я спасу тебя. А, да блин! Так, выбиваю стекло. Мои вещи выливаются. Так, герой-житель, спаси меня. Все, у меня есть меч. И у меня есть вещи. Да! Все, давай. Кушай, подкрепляйся и, блин, всё, у меня, давай. Правда, только штаны остались. Мы только должны выйти с тобой напрямую, понимаешь? Ой, какой меч? Что за дичь? Нет, у меня алмазный меч. А, нормально, кстати, у меня железный. Так, ладно. Что происходит? Ты готов? Ты сейчас умрёшь. Мне страшно. Мне страшно. А, блин, меня ведьма отравила. А, ну, по новой, ну, поехали. Давай, Робзи, нафиг. Подожди. На-на-на-на-на-на-на! Иди ты в баню! Так я отравлен, у меня брони нет. Чё, ты меня боишься? Всё, я отхилился. Давай, поехали. Поехали. Меня лагает. У меня тоже. Но это мне не мешает батлиться. А! Чёрт, меня убили. У меня, знаешь, у меня регенерация 3, сопротивление 4, огнестойкость и поглощение 5. Вот сейчас я тебе надеру задницу! Охренеть! Давай! Иди на меня! Что у тебя такое? Сейчас ты офигеешь просто. Как тебе такое? Да никак. Вот так вот. Меня лагает, получи! Да у меня тоже лагает. Получай. Я сматываюсь, я убегаю. Не-не-не-не-не-не-не, куда ты пошел? Ты же хотел убивать меня. Давай. Ты за мной там гонишься, да? О, песель! Че такой быстрый, слышишь? Тормози. Ты у меня еще бежал, а ты меня уже бьешь какого-то фига. Офигеть! Давайте, взять его, песики! Взять его! Они тебя жрут, это мои пацаны. Это мои пацаны! Я возвращаюсь! У меня одно сердечко, у меня одно сердечко. Ну все, тебе конец. Это победа в моем батле. На! Все, Робзи! Короче, ребятки, на этом наш ролик подходит к концу. Вот на такой вот прекрасной нотке, на такой победе. Подписывайтесь на наш канал. Ладно. Ну чё ты, блин. Да чё ты. Я тебя уже 7 раз победил. Ладно, давай садимся на ничью. В смысле 7 раз? Я тебя 2 раза вынес. Когда тебя 2 раза вынес? Первый раз вынес, второй раз вынес. И вот сейчас еще раз. А в смысле? Все, ты видел? Чё, не ожидал такого? Вот ты проиграл, Робзи. Все, что делать дальше? Вот проигрыш засчитан. Давай посчитаем, сколько раз я тебя подорвал просто лаки-блоками. О, господи, подорвал у меня лаки-блоками. Мы вообще-то батлы считаем. Ладно, все, не будем спорить. Есть, тебя кролик-убийца убил. Playtime.